Сегодня наш медицинский центр Триомед открыл свои двери для участниц конкурса «Мисс Тверь 2018». Мы показали девушкам медцентр, рассказали об услугах, продемонстрировали аппаратные методики в области коррекции фигуры, а также по уходу за лицом, которые направлены на поддержание и сохранение молодости и красоты. Сегодня у участников конкурса красоты «Мисс Тверь 2018» была возможность познакомиться и пообщаться с нашими врачами-специалистами, которые показали и рассказали им о процедурах, наиболее востребованных в их юном молодом возрасте. Кроме того, каждую из конкурсанток мы пригласили на индивидуальный прием к нашим врачам-специалистам, на котором им будет подобрана программа по уходу в индивидуальном порядке, и доктора посоветуют им программу домашнего ухода, и впоследствии при желании будут вести и наблюдать их.